Так вот, если вот сравнить, ну, руки, ну, да не все, что хочешь, то и сделают, но, да даже я сам поражаюсь, или это извне, откуда-то, ну, я, например, даже неправильно делал, а оно мне говорит, нет, надо вот так сделать, сделать, на, ну, и вот тружусь, вот, ну, просто делаю качественно, красиво и надолговечно, короче. Вот, например, если кладку начну вести, она кладка мощно стоит. Вот меня и вот и почему Берсенев, вот это там, Кунаев, они меня, ну, просто любили. Вот этот президент Кунаев. Вот почему ему надо то построить, то. Надо качественно все делать. Вот за качественно, и тебе качественно платят тоже, на. Вот. А между прочим, меня никто еще ну, в жизни вот так ну, не обижал вот так. Особенно высший чиновник, какой там, они вообще на тебя как завалят на. Ну, короче, нормально жилось. Хорошие люди. Вот так помогал я им. Они мне. Я им. Да ничего. Жили, не тужили. Ну, сейчас их нет уже. Куда ты все? Все помирают, все помирает. Ну, хоть в истории что-то останется, что-то такое, да. Существовал я, они, вот это мы. У нас дружба была между Кунаевым, там, Берсенев, генерал этот. Он в этом, в МВД, раньше как это, в милиции. Ну, это тоже чин большой, да. В общем, вот так и жили, да. Да тогда всем надо было строить, вот, дачи. Особенно дачи, коттеджи, вот тогда начали, только начали строить. И вот это все это надо было, всем надо. И качественно, а специалистов практически, ну, не было. У нас тогда этих специалистов, ну, как, да их вообще не было. Я вот, например, специалист был, а на меня начальник говорит, ты знаешь, ты специалист, ты не должен... Должен как все класть. Я говорю, как это, как брак что ли делать? Я говорю, так не могу нафиг. Я говорю, только качественно. У нас качественно не могут класть, понимаешь? Ты только один можешь. А надо так, как все делают. Я говорю, нет, я не буду так работать. На. Вот такое у нас начальство тогда раньше было. Короче, брак на, гнали и все. На. А я качество делал. А вот потом взял, перешел к Кунаеву. К этому генералу, на, вот и у них начал качественно делать. Вот они меня из-за этого тоже любили. Зато у меня товар везде все был, на, все находил. На. И без всяких проблем надо было туфли кожаные хорошие. На. Он тогда туфли кожаные чехословацкие. Да там износ, вот там одна подошва чего стоит. На. Такая подошва, резина там какая-то другая. На. И кожаные чехословацкие туфли я взял, таких сносу нету. Вот 10 лет носил, они у меня остались, а так я их не сносил. Вот это туфли, так туфли. Вот так, такие товары брал, на хорошие. На.